Долгожданное событие лета. Турслет «Дорогами отцов-героев» состоится с 12 по 13 июня. На данный момент завершен прием заявок от команд округа. О том, что ждет участников турслета, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. 55-й юбилейный туристический слет «Дорогами отцов-героев» традиционно пройдет вблизи озера Васькино. Участников ждет насыщенная двухдневная программа. В программе у нас мероприятие – это открытие туристического слета у обелиска Победы. После этого происходит жеребьевка команд, выдача маршрутных книжек. И команды с интервалом выходят у нас на дистанцию «Поход кросс», где они пешком, выполняя различные туристические мероприятия по ходу действия маршрута, добираются до озера Васькино, где будет проходить основное мероприятие. Там их ожидает перетягивание каната и приветствие команд. Второй день – это у нас тоже достаточно насыщенный блок. Это военно-спортивная полоса препятствий и короткая спортивная полоса препятствий. На турслет заявилось 13 команд. Ребятам предстоит пройти испытания, демонстрируя свои навыки ориентирования на местности. Команды представляют окружные организации, либо семейные, либо дружеские команды. Ну, то есть команда состоит из 8 человек. 6 человек – это основной состав, двое запасных. Капитанам команд объяснят технические условия, которые предстоят на поход кроссе, которые будут непосредственно на слете испытания. И в целом подготовят их, так скажем, к этому мероприятию. Впервые туристический слет «Дорогами отцов-героев» был проведен в 1965 году. За более чем полвека своей истории он превратился в одно из самых массовых событий региона, которое ежегодно собирает порядка 100-150 участников и несколько сотен зрителей. Наталья Дуркина, Елизавета Кабанова, Леонид Шишлов, телеканал «Север».